Добрый вечер. В прямом эфире ток-шоу «Давайте обсудим» и с вами Гульнара Умарова. Ипотека – это такое слово, самое популярное, пожалуй, у казахстанцев и не только. И квартирный вопрос испортил не только москвичей, но и уральцев. Каждый пытается решить свой жилищный вопрос по-своему, и ипотека является ключевым, конечно же, путем решения проблемы. Но не всегда это так. Сегодня мы собрали героев, чтобы разобраться в этой проблеме. И у нас в гостях в студии Сауле Муканова, жительница города, ипотечник. Эльвира Гумарова, тоже ипотечник. Светлана Казбековна Несибаева, ипотечный заемщик, житель города. Дауренбек Жиешев, руководитель агентства недвижимости «Лидер». И Зульфия Ильясова, исполняющая обязанности начальника отдела контроля финансовых организаций и защиты прав потребителей финансовых услуг Нацбанка. Добрый вечер. Во-первых, спасибо, что пришли. Тема сегодня интересная, но сложная. Все вы помните, что каждый, конечно, пытался решить свою проблему, жилищную тем более, да, у каждого из нас свои пути, свои способы решения. Есть такое сложное, можно сказать, сложный пункт, как валютная ипотека. Многих жителей это пугает, кто-то решается на это. И один из тех, кто решился на валютную ипотеку, это Светлана Казбековна. Светлана Казбековна, расскажите, в каком году вы взяли и какой тогда был курс валюты? Так, я, так как у меня семья расширялась, сын женился, нам надо было срочно решить жилищную проблему. Поэтому мы в 2011 году взяли ипотечный займ в ПТФ банке. Так как там был, стал вопрос валютная или тенговая, нам менеджер банка посоветовал долларовые. Ну, поэтому я взяла на курс на доллар. Думала, это как-то будет легче, может. Может, курс как-то будет держаться. Ну, об этом мы даже не думали, что будет у нас курс подниматься. Как-то было все стабильно с долларом. Ну, так как через некоторое время, в то время был, в 2011 году был курс в июне 146. Ну, это было нормально, мы успевали платить. Через какое-то время начал курс очень-очень расти. Мы, конечно, уже испугались, уже каждый день у нас проблема, зарплата. Мы все уже рассчитывали, уже было трудно, уже каждый день просыпаешься, на доллар смотришь, уезжаешь с работы, на доллар смотришь. Это было, конечно, очень трудно. Переживали за зарплату. Конечно, зарплаты уже не хватало, поэтому мы каждый день обращалась к Зульфие, Нацбанк, не только Нацбанк, в АТФ-банк, просила поменять, но уже возможности не было поменять, поэтому пришлось так идти. Насколько вот стрессовым для вас оказался вот этот период сложный, когда вы говорите, следили за долларом и буквально плакали? Ну, тем более, когда только-только повышался, я не думала, что до такой степени будет повышаться. Было 140, потом 180, потом 200. Это когда пошло, и это было страшно. Я уже переживала. Менеджеры с банка, с АТФ-банка советовали мне по курсу тенге, по курсу доллара на тот день было, например, 270-280. Бесполезно, говорит, не переведут вас кредит на тенге. Рефинансируйте на тенге по этому курсу сегодняшнего дня. Но это я не соглашалась на это, я на это не шла никак. Для меня это было тяжело. Думаю, если я так останусь, это будет этот платеж так и будет у меня. Я не соглашалась. Ну, о том, какой вы выход нашли, мы вернемся к этому позже и предоставим слово тому, кто брал в тенге, да, ипотеку. Вот буквально недавно, ну, как сказать, недавно, несколько лет назад появились различные госпрограммы, которые помогли многим молодым семьям. Эльвира, поделитесь своей историей, как госпрограмма вам помогла? Мы по программе «Молодая семья» получили свое жилье, двухкомнатная квартира. Вот. В месяц мы платим 30 тысяч тенге сейчас. Сейчас, я думаю, это доступно, это хорошо, это нормально. А раньше было немножко сложно. Вот. Как вы решились вообще на ипотеку? Либо можно было накопить, как вы считаете, что лучше было бы? Вот сейчас, спустя вот годы? Ну, сейчас я вот думаю взять ипотеку,
Снова? Снова, да, мы закрываем. Сейчас думаю взять ипотеку, пришла вот послушать плюсы и минусы, те, которые люди столкнулись с этим. А родные оказывали вам поддержку, да, помогали? Конечно, нам родители помогали. Очень хорошо, достаточно хорошо нам помогали родители со стороны супруга. Была поддержка, сильная опора. Вот. Ну, давайте скажем телезрителям и вот нашим гостям тоже, что вам удалось не то, чтобы вовремя погашать, но и досрочно закрывать, да? Досрочно, да. С помощью чего? Родителей еще с чего? С помощью родителей, конечно, да. Они нам давали, помогали. Свои сбережения, накопления нам давали, и вот мы перекрыли. А сильно приходилось себя урезать вот в расходах, потому что большинство денег уходило именно на ипотеку? Приходилось, да, урезать. Многое приходилось, поясок потуже приходилось завязывать. Многое в себе отказывать, в чем-либо отказывали супругам. Ну вот и наш, если можно так выразить, самый свежий ипотечник, это Сауле Муканова. Она буквально недавно взяла ипотеку, несколько месяцев всего, пока, наверное, не успела, образно говоря, вкусить вот эти все радости и прелести ипотеки. Как вам удалось взять ипотеку, и были сложные критерии вот при отборе? Но на самом деле в собственном жилье я нуждалась давно, так как снимала квартиру вдвоем с сыночком. И ранее люди рекомендовали открыть счет в жилстрой Сбербанке, но я отказывалась в силу того, что я была недостаточно проинформирована. И в 2015 году, в апреле месяце, получается 4 года назад, я открыла счет и стала откладывать туда свои сбережения. И что хочу сейчас сказать, что мне очень нравится, что я взяла ипотеку, то есть переплата совсем минимальная через жилстрой Сбербанк. Сразу хочу сказать, что я не делаю рекламу жилстрой Сбербанку, то есть никакого отношения личного я не имею, но на самом деле маленькая переплата, доступная сумма платежа в тенге, меня все устраивает, и в принципе через 4 года по плану я должна закрыть его. А сколько меня у вас это никак в месяц, не напрягает? Если не секрет, сколько вы платите? 50 тысяч. Это посильная тысяч для вас сумма? Да. Вполне реальная, удобная. Понятно. Ну и давайте пригласим наших телезрителей тоже присоединиться к нашей беседе, тем более мы работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира 26 90 77. Вы можете присоединиться, задать свои вопросы специалистам Нацбанка, риэлторам и нашим ипотечникам. Вот, кстати, насчет риэлторов, Дауренбек, вы знаете, да, спрос, предложение. Какие сейчас пользуются вообще квартиры, вот ипотечники, какие выбирают? Вторичное, первичное жилье? Ипотечники выбирают, конечно, квартиру и частные дома, но частные дома в основном за городом строятся. Из-за этого в центре мало, из-за этого они хотят квартиру, потому что хотят, чтобы в центре доступность, шаговая доступность была, чтобы садик, школа, чтобы был. Из-за этого многие квартиры сейчас продаются, потому что они больше проходят на ипотеку, частные дома, они материал стен не проходят. Из-за этого в центре многие старые дома надо сносить, потом надо строить, но из-за старых домов они не проходят по ипотеке. Из-за этого они многие берут это благоустроенную квартиру. Дауренбек, ну у вас агентство, скажем так, популярное в городе, да? Стабильное, можно сказать. И за все годы вы можете сделать какой-то вывод. Вот из всего числа покупателей, ипотечников много у вас или мало? Да, много, конечно, на первый месяц занимает. Ну, наше агентство называется «Лидер». Мы как лидерские плывем. Наш корабль называется «Лидер». Ипотечники, они жилстрой Сбербанка берут, потому что жилстрой Сбербанка — это немецкие технологии работают они. И там учат человека накопить. Из-за этого хорошее качество, это они вот это. То есть они приходят, выбирают жилье, да, да, затем да, сейчас у них, да, несколько вариантов есть. У них частный дом можно купить, земельный участок, смотрите, все, ремонт вот можно. Недавно, вот, готовясь к программе, я просмотрела разные сайты, OLX, та же крыша KZ, да, и встречаются все-таки такие объявления, когда написано «ипотеку не предлагать». Вот как вы считаете, да, почему некоторые хозяева? Да, просто не понимают ипотеку, что такое, не понимают мы это. И такие люди бывают, мы ходим, объясняем все, потом они соглашаются. Потом они говорят спасибо, говорит нам, чтобы объяснили, а то мы не знали,
Просто разные сейчас хозяева, да, информации разные передают через телевизор, через эту газету. Они услышали, потом боится, что такое ипотека. Бывают разные ситуации, бывают. Просто надо объяснить правильно, и все, тогда все нормально будет. Понятно. А спрос превышает предложение, как вы считаете? На данный момент? Предложений много, да. Сейчас, сейчас новую госпрограмму хотят поменять. Раньше был 7-20-25, только застройщики продавали. Сейчас вот это... Некоторых казахстанских городов сейчас предложение, ну, мало покупать и таких программ, из-за этого, ну, там изменений будет по-любому. Хотят, чтобы частники тоже продавали по этой программе. Ну, вот касательно программы, вот, Зульфия, вы знаете тоже, вот Нацбанк тоже поддерживает регулярно, помогает ипотечникам. Вот в частности, Светлане Казбековне вы тоже помогли. Настала очередь, я думаю, пожалуй, тем, кто уже взял ипотеку, чем можно помочь, особенно валютным ипотечникам? Ведь не первый год идет программа такая, рефинансирование. В 2015 году по поручению главы государства и совместно с общественными объединениями, государственными органами, Национальным банком была разработана программа рефинансирования ипотечных займов. Эта программа рефинансировала займы, как тенговые, выданные с 2004 по 2009 года, так и валютные займы, для того, чтобы облегчить долговую нагрузку. Дело в том, что, как мы, жизнь показывает, что в нашей стране были выданы валютные займы не только в период 2004 по 2009 года, но также были выданы и в последующем валютные займы. Поэтому главе государства было дано второе поручение Национальному банку, и Национальный банк внес изменения в программу, и все валютные займы, которые были выданы до 1 января 2016 года, были включены в программу, и займ Светланы, выданный, который был в 2011 году, попал в эту программу, и она смогла рефинансироваться по приемлемому курсу. Этот был курс 188 тенге. То есть если раньше АТФ банк предлагал ей рефинансироваться по текущему займу в тенге, то благодаря программе она смогла рефинансироваться по выгодному курсу. Но также хочу сказать, что на законодательном уровне Национальным банком были внесены изменения. И с 1 января 2016 года ипотечные валютные займы выдаются только тем гражданам, которые имеют доход в иностранной валюте. То есть сейчас наши граждане, которые получают, защищены, получают доход в тенге, они не смогут получить валютный ипотечный займ. Поэтому как бы со стороны Национального банка регулируются отношения в области вот валютных ипотечных займов. Вы помогаете заемщикам, да? А с банками какая работа ведется? С банками второго уровня также ведутся встречи, проводятся, когда ипотечные проблемные заемщики обращаются в Национальный банк, как письменно, так и через общественную приемную, то Национальный банк организовывает совместные встречи с банками второго уровня. Мы обговариваем эти условия. Где-то банки идут навстречу, где-то делают какую-то отсрочку. Но в любом случае неразрешимых ситуаций не бывает. Поэтому заемщики не должны прятаться и убегать от банков. Наоборот, надо в лицо встречать все проблемы и препятствия, обращаться в уполномоченный орган, то есть Западно-Казахстанский финансово-национального банка, как устно, так и письменно. Мы сделаем все возможное для того, чтобы помочь в рамках законодательства. Светлана Казбековна, вот тот способ, о котором мы как раз говорили, в итоге вам помогли, да? Но какой ценой вот эти нервы, переживания? Долго ли вам приходилось вот этого добиваться, либо ждать изменений вот в законы, в положении? Ну, я, конечно, не сидела сложа руки, я бегала по своим банкам, стучалась во все двери, писала письма, писала в головные банки, чтобы они помогли мне. Ну, все-таки я дождалась этого курса, указа президента, что именно рефинансирование идет. Я поэтому очень была рада. Сейчас плачу наполовину. Наполовину меньше, да? Платила 90 тысяч, сейчас 44. Очень хорошо. Очень срок хорошо. Удлинился при этом? Вот. Нет, если срок только что так же остался, да? Но... Долго вам осталось? До пенсии сказали.
До 24 года. Угу. Понятно. Ну, будем надеяться, что терпения хватит. Конечно, это очень большая. Вот, Эльвира, Саули, как вы считаете, вот молодые семьи, молодые девушки, вот как вы, которые берут ипотеку, насколько они рассчитывают вот вперед? Либо надо как-то с умом к этому подходить? Как вы считаете, Саули? Ну, я считаю, что нужно быть проинформированным, во-первых, потому что много семей, я знаю, которые ходят и не могут накопить, не могут счет открыть и так далее. То есть нужно все просчитать, потому что моя близкая подруга, будучи с двумя детьми, взяла ипотеку по более такой тяжелой программе, я считаю, и ей много платить за однокомнатную квартиру. И очень такой контраст страшный, так сказать. Поэтому нужно узнать все и взвесить, рассчитывать на свои силы и все-таки накапливать. Классная программа, когда есть 50% в кармане. Эльвира, а ваша профессия вот бухгалтера, да, человека, который имеет дело с деньгами, она вам помогла как-то при выборе ипотеки? Был какой-то определенный расчет вот на будущее? Конечно. Сколько платить, сколько откладывать? Конечно, помогло же это? Был, да. Угу. Помогло. Мы откладывали, копили. Угу. А вот насколько все-таки тяжело было вам протянуть именно это время? Вы говорите, постарались всеми силами гасить. Все свободные деньги пускали на ипотеку. Теперь вы снова берете ипотеку, да? Не боитесь этого? Я еще пока не беру, но в планах, конечно, в этом году взять квартиру. Вот. Пришла, послушала экспертов Нацбанка, лидера, компании лидера. Вот. Савле. Ну, я думаю, что я в жилстрое также возьму, потому что более выгодные условия в жилстрое, и я уже работаю, ну, мы уже с ними имели дело. Да, имели дело, да, и поэтому, я думаю, продолжить с ними копить. Ну, а я продолжу призывать телезрителей присоединиться и задать свои вопросы. Телефон прямого эфира 26-90-77. Вы можете задать свои вопросы или оставить пожелания нашим героям. Но вот касательно телезрителей, жителей нашего города, да, многие послушают, подумают, а оказывается, это несложно. Взять ипотеку, главное, накопить первоначальный взнос. Но насколько все-таки нужно, как вы считаете, с умом подходить к этому и просчитывать, выбирать банки, там, может, рейтинг банков смотреть? Вы знаете, вот коммерческие банки второго уровня – это все-таки предприятия, которые извлекают выгоду, да, коммерческую. Поэтому они создают свои продукты по займам, и в каждом банке есть определенные условия. То есть так же, как вы ходите выбирать в магазин, покупая хлеб, кто-то белый, кто-то там серый, кто-то черный. Точно так же и в банке второго уровня, когда вы обращаетесь, прежде чем взять такую большую ипотеку, а это существенно как бы влияет на бюджет семьи, необходимо тщательно проанализировать, сходить в каждый банк, посмотреть их продукты. В нашей области есть банки не только Жилстройсбербанк, но есть и остальные банки, которые также предлагают свои продукты. Можно обратиться в любой банк, рассчитать графики платежей. Есть у нас разные дифференцированные, аннуитетные графики платежей. Выбрать более приемлемые условия и только после этого пойти заключить договор. Да, конечно, если существует накопление в размере 50%, то, конечно, это существенно облегчит долговую нагрузку в дальнейшем. Но есть такие ситуации, когда у людей нету 50%, тогда они выбирают банк, где есть первоначальный взнос в размере 30%. Но сейчас, как представитель сказал, что у нас в Казахстане запущена программа 7-20-25, где по выгодным условиям молодые семьи могут приобрести жилье в новых домах. Поэтому я считаю, что этот продукт, как ипотечный займ, можно рассматривать каждой семье, но учитывать, чтобы платеж был не более 30-50% от дохода семейного бюджета, для того, чтобы потом не было проблем, как накормить детей, как купить те или иные там, продукты, там, и питание, и, допустим, тот же
отдых, допустим, позволить себе какие-нибудь зарубежные. Да, страны. Чтобы еще и на жизнь оставалось, да, понятно. Да, Дауренбек, вы сами брали ипотеку, вам приходилось вот в рассрочку брать жилье? Как вы решили свой жилищный вопрос? Ну, мои знакомые, родственники брали на ипотеку. Я сам не брал, конечно, у меня было жилье. Но если... Вы бы решились, как вы считаете? Да, я купил бы через ипотеку. Потому что хорошие сейчас продукты есть в банк, программы есть. Вот недавно 7.20.25, еще программа Баспанахит, вот запустились еще другие вторичные банки. В принципе, надо брать ипотеку. Да, действительно, государство создает и правительство хорошие условия, нужно только ими пользоваться. Но, к сожалению, не все умеют. Мы приглашали еще к нашему диалогу банкиров, тоже представителей банков, экономистов, но, к сожалению, не все смогли поучаствовать. Но, как говорится, человеческая история, и пример он лучше всего говорит, да? Одно дело положение, правила, но когда человек сам рассказывает, пережив все это. Кстати, Светлана Казбековна, вы бы взяли еще раз ипотеку, и в какой валюте, как вы считаете, после всего этого? Конечно, в тенге. Очень. Больше никак. Только в тенге. Все. Если бы и взяли, то только национально. Конечно. Я уже поняла, что такое валютный кредит, да? Зульфия знает, поэтому только в тенге. Ну, многие жители, конечно же, опасаются брать кредит, потому что даже 10 лет, да, нет, да, неизвестно, что будет за это время, можно потерять работу, заболеть. А если, не дай бог, какой-то более печальный случай, это ляжет бременем на детей, да? Тех, кто наследует жилье. Как вы считаете, что помогло вам, вот ко всем вам вопрос по очереди, что помогло вам решиться вот на это? Не побояться длинного срока и того, что вы можете потерять все. Сауле, как вы считаете, что вас подтолкнуло? Может, семья, дети? Ну да, я снимала долгое время жилье. Это тоже очень накладно, просто сейчас, спустя годы, берешь калькулятор, считаешь, и это очень такая крупная сумма выходит. То есть если бы было 50% первоначальных ранее, то можно было сразу оформиться. Вот. Просто молодым семьям это недоступно сейчас. Почему? Потому что некоторые банки не одобривают. То есть была такая сумма 20%, 30%, но и то тоже не подходило по каким-то критериям, получается. Я тоже оббивала пороги банка, банков, да, узнавала, ну так. Эльвира, вы тоже, вот, наверное, переживали, боялись, да, сейчас уже прошло столько лет, вы уже, можно сказать, закрываете ипотеку. Что вам помогло решиться, вот если коротко? Конечно же, моя семья, дети подтолкнули. Отдельно жилье, все-таки свое гнездышко. Вот. Сам себе хозяин на кухне. Понятно. Ну, чисто женский подход. Светлана Казбековна, что вас все-таки подтолкнуло, помимо женитьбы сына, как вы решились? Ну, конечно, семья, внуки. Я только на это рассчитывала, чтобы именно моя семья была под своим, со своим жильем. Как говорится, все только свое. Это только для семьи все делается. Понятно. Зульфия, что вы посоветуете вот тем, кто хочет, и вроде и есть первоначальный взнос накоплен, но боятся решаться на ипотеку? Все. Стоит ли им ввязываться вот в это? Ну, я бы посоветовала в любом случае рассчитать, взять калькуляторы, посчитать доходы семьи, расходы семьи, и если они могут сократить какие-то расходы, и как бы этот доход позволяет, да, то, в принципе, можно взять ипотеку. Я так думаю, что каждая молодая семья хочет иметь свой угол. Потому что, как мы знаем, в съемных квартирах делать ремонт, делать, там, покупать мебель, да, это очень как бы непредсказуемо, потому что как бы владелец этой квартиры может через некоторое время предложить освободить им это помещение. Да, лучше иметь свое, да? Да, поэтому, наверное, все-таки каждый у нас казахстанец мечтает иметь свое гнездышко, свою собственность. А в плане
страхование, как бы подстраховать себя. У нас есть такой институт, как страхование. То есть можно застраховать свою жизнь, можно застраховать имущество, можно застраховать как бы потерю. То есть подойти с умом и желательно застраховать жилье. Да. У нас осталось буквально пару минут. Дауренбек, что посоветуете коротко, если горожанам? Покупайте. Все-таки покупать в ипотеку, компания либо копить. Лидер. Что лучше? Копите и покупайте. Ага. То есть терпение и копить, да? Угу. Но я считаю, что все-таки действительно мы сегодня послушали истории, да, у каждого из вас она своя. Каждый нас нашел свой, как я уже говорила в начале, свой путь к ипотеке, к жилью. Жилищный вопрос в самом деле самый насущный. И каждый пытается его решить. Не всем удается, кто-то наоборот решается, идет вперед за ипотекой, следит за госпрограммами. Я надеюсь, что все ваши проблемы будут решены жилищные, и в конце концов вы обретете право называться полноправно хозяином. Ну а нашим жителям я тоже советую решаться все-таки любыми доступными способами, конечно же, законными, решать свой жилищный вопрос. Самое главное, я надеюсь, что вы сегодня подчерпнули то, что существует и госпрограмма, существуют советы специалистов. Ну и, конечно же, нужно исходя из своей жилищной ситуации и финансовой тоже. Это было ток-шоу «Давайте обсудим». Сегодня мы говорили об ипотеке, о валютной, о деньговой и о том, что происходит в нашей ситуации. Всего доброго.